Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. Лично для меня событием последнего года стало посещение в качестве спикера Moscow Breast Meeting 2022 года, 7-го съезда. В этом году я впервые участвую в качестве спикера в этом конгрессе, в этой конференции. Для меня это большая честь и большой такой плюсик в моей карьере, потому что с момента основания Moscow Breast Meeting я мечтала выступить здесь с докладом, со своими знаниями, со своим опытом. В этом году я представляла доклад на тему применения целлюлярно-дермального матрикса в реконструкции молочной железы. Наш опыт города Астана, Казахстан, и в частности нашего института онкологии. Наша методика полностью разработана нашим доктором, профессором Абугалиевым. Он был моим учителем. К сожалению, его жизнь унес страшный вирус. Он был новатором в комбустиологии, в тканевой инженерии. Он изготовил мне вот такой матрикс для закрытия имплантатов. Мое выступление на этом докладе, для меня это не просто честь выступить спикером с Казахстана в Москве, а для меня это дань памяти моему учителю, профессору Абугалиеву. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.